Во. И далее. Теперь я вот это отпилим и все сделаем по уму. Все, пружинка там стоит. И далее. А это вот это лишнее надо отпилить. Тут осталось совсем немножко. Еще работы на чуть-чуть. Вот я уже отпилил. Видите? Вот она стоит на месте. Готовая. Пружинка там внутри. Вот. Все четко. Работает. И далее нормально работает. Будет отлично работать. Так что осталось сверху вот тягу кусочек и затворчик, якобы условный затворчик. И все будет good. Потом прикреплю ствол и все. Вот видите, это вот затворная рама будем называться. А это вот заготовочка для спускового механизма. Вот здесь будет стоять. Поняли? Вот так. Только это еще не сделано. Это просто заготовка. Вот она будет, видите, вон там торчит. Будет затвор задерживать. Но будет она хитро сделанная. Здесь будет пружиночка впереди. А здесь нифига не будет. Все будет подогнано. Ничего торчать не будет. Будет все best condition. Поняли меня? Все, друзья. Как сделаю, вот покажу. Видите, красивую заготовочку, которую я сделал для того, чтобы сделать затворную часть. Вот здесь будет. Вот и далее. Из этого я буду делать всю эту кривошипную механизму. Затвор-то кривошипный называется. У парабеллума. Вот из нее, из этой железячки, я буду готовить затворчик. Вот так вот. Верхняя часть почти готова. Осталось только подмандить, в смысле довести до ума. А так все окей. Видите? Работает уже. Все там, все good. Осталось. Ну, еще много работы, видите, много лишнего убирать. Ой-ой-ой, сколько убирать. Еще это, на механизм вот эту ерунду надо подогнать. Затвор, нижнюю часть еще сделать. Видите, там нету ее. Короче, я думаю, скоро тоже будет совсем готово. Вот и все, друзья. Процесс идет. Строгаем потихоньку. Не спеша.